Давайте, парни, вы пейте, я буду говорить, взял бы или нет. Вот смотри, вот прям по-игротски. Взглядом проводил. Намертво взял. Смеялся минут 5. Клиент. Затрясло-то как. Мне что, встать, что ли, парни? Встань, лежи. Ваня! Где Ваня? Итак, подожди, сколько у вас? 5 человек, да? Сколько надо забить? Давай, 3, 2? 2, давай, 2. До радиуса. Мандрагон. Кто? Спокойно. Куда повело? Спокойно. Антош, хватит, я тебе еще это бригада, что ли, четверка это непонятная. Так, два удара, два гола, ребятки. Давай. Спокойно. Кувырочек, давай. Давай, Федя, сейчас смотрю. Давай. А? Вообще просто, Юрич, даже не напрягает. А какое чувство, а? Чувство. Заметьте, ребят, какое чувство у ворот. Так, 4-0, да? Молодец, Жора. А вот самый смешной. Подожди, стоп. Пошли. Вот это если не будет в Инстаграме, отписываюсь. 7, Ём, я бегал, я не бегал. Кто вы смотрите? Я пробил, вот. Кто пробил? Давай, ребят, делайте. Кто не бил, вы семерок убили. Я что, буду ваш состав еще называть? Вы сами определитесь. Давай. Не, а кочку видели? Лунев в меня вселился. Давай. Что там, из двух два? Да это все равно не добавят. Это все равно не добавят, пацаны, не переживайте. Ваня, это точно промахнется. Давай заново, да? Вань, ты так бьешь, что не надо тебе. Нет, давай. Его качну же! Кого? Это я его качну. Давай. Кто? Ребят, давай посмотрим чуть-чуть. Спокойно. Ага, Джеки Чан. Да потише, давай. Зашел, 4-0. Брат, я не знал, давай перебью. Он не знал, Дю. Но он по-русски не знает. Спокойно. 4-0. Так, вам надо забивать, да, из 3-3?
пошли, пошли, клиент. Давай пенальти. Да нет, да нет. Пусть дуру. Да. Да нет. Так, все, ладно, включились. С 1-0. Че, мальчишки, подвисаем я? Так, все, из двух два надо. Ай, фантики. Пошли, 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 ребят. Поехали. А вы семером бьете, без Вани. Ну и все в меня. Че ты кого-то пробиваешь-то? Там тачдаун. С 3-0. Кто? Четырех. Я сейчас на ноль отстаю. Ой! Отойди, отойди! А бильярду! Спокойно. С пяти. Спасибо. Че, 15, 15. Спокойно, даже защита спокойно. Спокойно, ребят. 6-0, да, парни? Такие 3-2 осталось, ты и Ахмед. Я не бил. Иди ты, я видел тебя. Ты... Кому рассказывать? Спокойно. Пошли. Давай, короля пенальти, все. Ой-ой-ой. Артем, это пошло. Да. Специально. На точку? Ну его лёг на это. Шашлай! Мимо! Мимо! Мимо где? Вон дырка. Заснял мимо? А вот клиента. ПСЖ, ПСЖ, куда ты пошёл, блядь? А вот он уже, вот. Слышишь, вот этот чудак вот так ставит? Да-да-да. Давай, давай, да нет, там... Давай, я не сильно буду за... Сейчас я вас подманю. Так, нет, ну это... Спасибо, Ахмед, не твою. Уверенность почувствую. Спасибо, дорогой, спасибо. Давай, чан. Не, я думал, кстати. Он же сказал мне. Да ладно, сказал. Что? Разота. Он разота. Я бы даже сказал. Да куда ты бьёшь? Артём, ты сам научился, да? Не-не, я говорил, вас натренировал. Ну, Артём!
Да, вот это, пожалуйста, оставьте на видео, вот это. Вот я просто смеюсь над этого удара. Понюхал. Да нет! Не-не, сейчас ничего не будет, сейчас. Я испугался. Так это же мерзко. А свадьба будет подача делать? А рядом нога была хоть? Так, все, выбиваю одного. Нет, когда хорош, тогда хорош. Все, просто убили. А ты уродец. Все, поехали. Видели костюм? Ты как Гриш хотел, видел? Так, двое осталось, да? Да хорош! Спокойно! Я еще и так милым взглядом проводил. Увидел, да, что ты туда хотел, да, по-любому? Да, но я увидел, что... Ну он реально что-то знает, да? Читер или Лёха? Лёха, ты только читер. Нет, не вы... у вас ты выиграл, а мне надо подтвердить. Куда пошел, да? Вот, блядь, чё, блядь, вот сейчас забиваешь и все. Сейчас забивать, вы выиграли. Чел, чел, сейчас со всех тебе придется. Сейчас прессинг пошел. В этих моментах забивает, когда. Чел, прессинг пошел. Чел, бей вот вправо сейчас. Прессинг пошел, ты носил. Давай, бьешь там. Носил, бей как обычно, носил чернима, да. Не надо, бей там. Совет, совет. Стой, Стань, зачем ты вообще спрашиваешь? Подождите, мне нужен свисток, есть свисток? Итак. Решающий, 95-я минута. С кем игра? ЦСКА «Зенит». За чемпионство. Ты за кого стоишь? Только Чалов меня обыграл.